Центр события – музыкальный зал. В своем праздничном убранстве он кажется настоящим сказочным дворцом. И неудивительно, «Русалочке» 25. Четверть века детский сад принимает малышей, учит их хорошим манерам, воспитывает самостоятельность, готовит к серьезной и ответственной школьной жизни. Костя, мы очень рады собрать в зале. Классно сейчас. Нужно улыбнитесь, хмуриться не надо. Ведь сегодня юбилей у нас. Дети растут, развиваются, учатся играть и дружить. Детский сад прощается с одними и тут же принимает новых детей. И жизнь продолжается. Поздравить коллектив и детей с юбилейной датой пришел глава города Андрей Гаранин. Видно, что у вас дружный, слаженный коллектив. Видно, что вы очень сильно любите наших детей и даете им все возможности, чтобы они развивались во всевозможных направлениях. Огромное спасибо вам за тот серьезный труд, который вы делаете ежедневно. Несмотря на то, что детскому садику уже 25 лет, тем не менее он выглядит очень современно, очень яркий, и я уверен, что он нравится не только вам, но и, конечно же, безусловно, нашим детям. Работать в таком месте может не каждый, а только люди с доброй и открытой душой, заботливым и любящим сердцем, способные любить всех детей одинаково и осознавать ценность и важность любого момента в жизни дошколят. Самое главное – это призвание, то, что вы свое сердце отдаете детям, вкладывая свою душу действительно в будущее нашего любимого, лучшего города на земле, как всегда говорит Андрей Михайлович, мы его всегда в этом поддерживаем. Я искренне желаю вам доброты, любви, тепла, всего того, что вы каждый день отдаете нашим детям, детям Губкинского. Сегодня в «Русалочке» 5 групп. Их посещают 125 ребятишек. Воспитанники этого детского сада не раз становились победителями и призерами городских конкурсов и чемпионатов. И неудивительно, ведь с детьми занимаются квалифицированные педагоги. Вам 25, это четверть века, но мы еще молоды. У нас еще столько планов. Вот честное слово, громадье просто. Мы так надеемся, что через годик-два, когда около нашего детского сада вырастут красивые дома с помощью нашей администрации, Андрей Михайлович, под его руководством чутким, здесь появится столько много маленьких детей, разных. И мы будем всегда их рады приветствовать, потому что мы созданы для того, чтобы нашим детям было всегда хорошо, уютно и красиво. За 25 лет детский сад прошел длинный путь становления, творческого поиска, накопления педагогического опыта. Пережито множество моментов радости и гордости за своих педагогов и воспитанников. Детский сад – волшебная страна с атмосферой, наполненной детским смехом, восторгом, удивлением. А для ребенка пребывание в этом чудесном мире детства – незабываемые моменты. И создает их дружный и сплоченный коллектив. Елена Канина, Денис Гимп, новости Губкинского.